Денежная единица Китайской Народной Республики – юань. Буквально это слово переводится как «круглый объект». Серебряные монеты с таким названием впервые появились в 1835 году, во времена правления последней императорской династии Цин. После масштабной денежной реформы 1948 года Народный банк страны выпустил новый юань в виде банкнот, и национальная валюта обрела официальное название – жэньминби, в переводе «народные деньги». Сегодня один юань – это 10 цзяо, которые, в свою очередь, делятся на 100 фэней. На лицевой стороне всех банкнот китайского юаня изображен портрет Мао Цзэдуна и национальный герб. На обратной – знаменитые пейзажи и архитектура Поднебесной. К примеру, купюру номиналом в 1 юань украшает озеро Сиху, а 50 юаней – древний тибетский дворец Потала, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.